Доброе утро, уважаемые граждане. Сегодня мы вам покажем устройство, как говорится, миниатюрная печка для обогрева помещения с КПД более 5000. Из чего состоит печка? Кувшин глиняный, размеры 50 высота, ширина где-то сантиметров 35. Так, две металлические подставы, изготовленные из этого, из радиаторов с компьютера. Он стоит на двух подставах. Дальше в этот кувшин сверху просверленное отверстие. И вставим болт. Снутри там шайба и гайка закручена. Этот болт спускается до самого низа, а снизу между радиаторами стоит свечка 1 ватт. Свечка, как известно, дает одну свеча. Одна свеча — это 1 ватт. Это всем известно. Эти ватты же пошли по свечам. То есть одна свеча — 1 ватт. А теплота отдается, то есть кувшин, в течение часа кувшин этот горячий. То есть температура поверхности примерно 70 градусов. И обогревает комнату. То есть КПД его 5000%. А физики говорят, что это невозможно. А это возможно. Ну, конечно, обогрев таким кувшином можно небольшую комнату, метров 10. Если у вас большая хата, то это, наверное, кувшин делать раз в 10 больше, во-первых. А во-вторых, вместо одной свечи надо примерно 10 свечей поставить. То есть мощность 10 ватт делать, подогревать. То есть получается у нас с 1 ватта получается где-то 50 ватт электроэнергии. Конечно, это не на 500 ватт, но однако поддерживает температуру. Вот. То есть зимой обходимся, как говорится, без этого. Не включаем ни этот самый, ни обогреватель, ни печку, а вот этим кувшином. На этом заканчиваю сегодня, поэтому могу сказать, что физики врут и нагло врут. На самом деле КПД часто можно сделать свыше единицы, и можно вот, как в данном случае, КПД 5000%. До свидания, до новых встреч в эфире.